Давайте посмотрим знаменитейшие работы Владимира Юрьевича Вяткина, попавшие на конкурс World Press Photo. Фотография 1980 года «Телохранитель», Афганистан. 1982 год, «За кулисами Большого балета», Москва. Серия с 1980 по 1985, «Добрые руки доктора Немсадзе», Москва. 1988 год, «Красный флаг на Красной площади». 2000 год. Серия о Чеченской войне. Ночной обстрел. 2003 год. Девушки, рыбы и птицы. Серия о российской команде по синхронному плаванию. 2007 год. 101 день рождения. На фотографии основатель ансамбля народного танца СССР, легендарный балетмейстер Игорь Моисеев дома с женой Ириной.